подписчики, гости канала. Сегодня 24 октября. Такой пасмурный, дождливый день. Видите, небо затянуто. Всю ночь лил дождь. Сейчас так потихоньку капает. Надеюсь, грибной сезон продлится. И я нашел вот такой вот прекрасный полячок. Польский грибочек. Вот. Нашел я его в сосновом лесу. Ну, как бы, тут преобладают сосны. Но вот есть и дубы. Скажем так, в смертном лесу. Первая ценная находка. Не заставила себя долго ждать. Вот такой вот белячок вырос. Прямо вот на дорожке. Посмотрите, какой красавец. Правда, вот дождь идет, на нем песок мокрый. Ну, эту неприятность мы переживем. В лесу никого нет в связи с погодой. Мне тут очень нравится. Смотрите. Это маслята свежайшие. Вылезли. Ой. Ох, как капает. Ветерок подул. Вот еще. Они прям как вроде ожили после дождя. Вчера находил уже такие подсохшие. Так, ну, одной рукой буду класть грибы в ведро. Будут они не очень чистыми. Вы уж не обессудьте. О, какой-то прям большой такой. Ну ничего себе. Вот это маслочище. Прикольно. Они действительно такие прям маслянистые. Скользкие такие. Послушайте, друзья, какой успокаивающий шум дождя. Я тут сейчас спать улягусь. Друзья, вон под деревом выглядывает мышка маленькая. Там грибочки, вон какие-то рыженькие растут. Вот она там живет. Какой роскошный зонт, а? Посмотрите, какой высокий. И комары под ним живут. Сегодня я планирую собирать преимущественно маслятки, так как сейчас идет дождь, и в болото лезть мне совсем не хочется. Этот червивый. В болоте сейчас очень мокро, и оттуда можно вылезти с мокрыми штанами, как в одном из моих видео, когда я выжимал носки. Вот, кстати, я плохо подготовился, взял с собой ведро. Нужно что-то типа корзины, так как вода набегает, сейчас они там будут плавать, у меня грибы, надо потихоньку сливать ее. Вот, смотрите, я тут уже чуть-чуть подразрыл бугорок под такой старой сосной. И здесь вот настоящий белый лезет, который еще не видел солнца, поэтому он действительно белый. А вот дальше растет масленочек. Я вот пока мало разбираюсь
пластинчатых грибах, я их в основном не собираю. Ну вот посмотрите, это по всей вероятности горчаки или горькуши. Вот видите, с таким пыптиком посерединке, посерединке шляпки. Вот, друзья мои, дождик усилился. Я уже начал переживать за камеру. Ну вот, мне опять повезло. Под дождем вижу такой вот польский. Все-таки понесло меня в болотце. Ну, такое не совсем болото, ну, скажем так, болотце. Буду еще смотреть осиннички молодые. Такой вот дождик идет. Временами усиливается. Я уже собрал здесь пару рыжиков. Нашел маслятки свежие. Зонтик, который мне сейчас не поможет. Посмотрите, друзья, я весь промок. Но все это не зря. Потому как нашел вот такой вот красивый, красивый польский гриб. Похож на белый очень сильно. Решил добрать ведерко маслятками. Вот здесь они растут. Тут их много. Сейчас я их буду резать. Много попадается вот маховиков или козлята. Козлятами их называют. Но я их что-то брать не хочу в этот раз. Уже по пути домой я стал встречать подосиновички. Думаю, все-таки зря я не захожу на болото. Нужно проверять. И вот к своей радости я все-таки зашел на болотце, где встретил вот такой прекрасный экземпляр. Идет дождь, уже все штаны мокрые, сейчас уже вода спускается в сапоги. Раскис уже, думаю идти домой, но что-то меня останавливает и говорит: иди на болото, иди на болото. Я невольно подчиняюсь этому голосу, чему и рад вполне. Друзья мои, снимаю из-за пазухи. Камера уже мокрая, боюсь, что сломается. Но не могу вам этого не показать. Посмотрите. Гляньте, что тут. Так, ну-ка. Экземплярчик. Покажись. Ну-ка, второй. Ух. Вот. Красота какая. Так, дамы и господа. Как бы это деликатнее выразиться. Промок по самый грибок. Или помокрело по самое плодовое тело. Но зато оно того стоило. Смотрите, какой толстоногий
таки залез я в болото. Ну ничего, я сейчас спешу домой. Надо быстрее под горячий душ, а то что-то я подмерзать начинаю. Вот. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи. Нашел в интернете вчера кучу примеров отравления съедобными грибами, которые росли в непосредственной близости с ядовитыми. Сейчас проходит церемония прощания с белым грибом, который я нашел вчера. Я напоминаю, гриб этот я нашел возле бледной поганки. Всю ночь я решал его судьбу, что же с ним делать. Сейчас посмотрите, как это было. У мусорного выкидать. Жалко выкидать. Не, не жалко. А умирать не жалко? Дай ему пакет, пусть он это. Да хай кинем в ведро, да и все. Торгуйтесь. И я принял решение вернуть его в родную стихию. Но перед этим нужно его поломать, чтобы никто его больше не взял и не отравился. Никогда не рискуйте, не берите грибы, которые растут возле ядовитых грибов. Не рискуйте.